Добрый день, друзья. И вот сейчас мы заехали в восточную часть Берлина. И хочу сказать, пока ожидания, конечно, наши не соответствуют реалии, потому что мы просто в шоке. Мы увидели страшно грязное метро, мы увидели нечищенные улицы, очень много везде мусора. В общем, мы, конечно, ожидаем, что дальше будет что-то более чистое, более красивое, но после Варшавы пока, конечно, очень разочарованы вот этой вот грязью, которая творится вокруг. Даже не хотела сфотографировать. Но дальше будет лучше.